дорогие мои. Это ботанический сад Эдмонта, провинция Альберта. И там надо. Итак, дорогие мои, сейчас я пройду. Вот здесь у нас как бы вот можно и по центру пройти. Это оригинально очень, рыбки тут такие. Так. И здесь. Вот. Идем сюда. Вот здесь. Вот это у меня третья пирамидка. Идем, идем, идем. Вот. Тут как бы. Оказывается, двери автоматически открываются. Ага, вот они, меня любимые. И я попадаю в рай. И я попадаю в рай, дорогие мои. Столько видов. Тюльпаны. Тюльпаны, тюльпаны. Дорогие, а вот так, зонтики, зонтики, зонтики. И вот такой водопадик натуральненький, естественно, сбегает. И дальше идем. Вот смотрите, какая сказка. Тюльпаны. Столько видов. Такой нежный, прекрасный аромат. Тюльпаны. Сколько разнообразия, богатства такое. Дорогие мои, кто выращивает тюльпаны, я думаю, что для вас это все знакомо. Я лично, как бы, как посетитель, я вижу это впервые. Еще виды, еще виды. Такой маленький симпатичный бассейнчик. Тортилла! Тут царство золотых рыбок. Третья пирамида, пирамида счастья, пирамида тюльпанов. Сказочно красиво. Когда маленький букетик, это воспринимаешь как-то иначе. Но когда вот это океан тюльпанов, то
ഇത് ഇൻവെർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ക്യാമറ? Какая божественная красота! Будьте счастливы, дорогие мои друзья! Приглашаю вас заглянуть на мой канал. Спасибо вам, что вы были эти минуты со мной.